Вот смотрите, какая классная вещь. Вот так вот. Лава. Представляете, текла. Таким бульк, 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 бульк. И остановилась в этом месте. Вот еще такое же. Вот еще такое же место. Можно даже с собой увезти, но это было бы лишним. Класс. Вот там, видимо, явно не было ее, не было этой реки, не было дороги, которую лава себе пробивала. А вот здесь, вот, вот, смотрите, четко видно, где она так бульк, 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 и останавливалась. И дальше ее уже нет. Первый раз в жизни такой вижу, честно. А вот здесь как будто кусок бетона. Просто лопатами месили, месили, и он так и остался. Вот, судя по возрасту этого дерева, видно, молодое совсем. Вон еще несколько. Что это было совсем недавно, здесь нет взрослых деревьев, в отличие от соседнего леса над дорогой. Там не было вот этой дороги. Лавы. Лава оттуда шла. Ветер и холодно. Надо подготовленным. Мы сегодня даже как-то, мне кажется, не подготовлены. Мы приехали, потому что ни свитеров, ни особо шапок не взяли. А тут, ну, я вот в куртке, но не так, чтобы уж мне было тепло. Потрясающее ощущение на вид. Вы когда-нибудь, у вас, не знаю, есть ли у вас в городе где-нибудь котельно, где на угле работают, и вот кочегары потом берут, и весь этот уголь уже отработанный просто выбрасывают. Он пока еще такой, знаете, еще красненький, горячий. Мы так в детстве, помню, бегали к локомотивному депо, и там была такая котельная. Вот, а потом он остывает, и вот примерно на это становится похожим. Вот. Офигеть. Я первый раз такую жизнь не вижу. Лава, которая из Этны. Я ж не знаю, сколько ей лет, хотя мы знаем, что Этна существующий, действующий вулкан, и время от времени он извергается, и поэтому вот там люди, которые приехали и поднимаются еще выше. Когда он извергается, конечно, очень много людей хотят на это посмотреть, но, как я знаю, здесь все перекрывают и пускают только там фотографов, каких-то натуралистов. В общем, для этого нужен специальный пропуск. А мы можем вот только посмотреть последствия извержения этого вулкана. Да, ты идешь такой, ну, слава богу, кроссовки хотя бы подходящие. Тут вот выгоревшие. Мусор, конечно, присутствует. Люди, они все-таки свиньи. И даже в таком месте обязательно банку пива, бутылку, разбитое стекло, бумажку, что-нибудь да обнаружишь. А там внизу побережье сицилийское. Отсюда так вот уже не сильно видно. Но вид как с самолета по высоте, конечно. Мы сюда достаточно долго ехали. Сейчас пойдем, наверное, поснимаем немножко, а
попробуем с воздуха снять. Ветер не очень сильный, можно будет попробовать это сделать.